опыт говорит о том, что люди любят всякую кухню узнать. Это присуще человеческому роду. Вот как, там же разные ситуации были. У вас же там такие коалиции. То есть да? приязнь и неприязнь, мы об этом говорим? Да, вот я сейчас скажу, буду. Как вы, вот люди были же вам, которые неприятны. Я это лично слышала, ну как я понимала, когда вы о чем-то говорите в интервью. Понимала, что какие-то люди вам неприятные. Я могу рассказать об этом, то есть вы абсолютно свободно. Вы были, вышли, на себе на горло нажимали, или могли дать отпор, или что? Нет, я общался, и, то есть я никогда не лукавил. То есть если человек, извиняюсь, мудак, то он мудак. То есть я в выражении не подбирал никогда, я не знаю. Так как я знаю, он из богатой семьи, и не из богатой, не из богатой. И вот а кто-то из нас в богатой семьи? Кто-то все в основном более-менее. Ну, в общем, это абсолютно не важно. Я просто про то, что... Человек, ну, знаете, мы так до поры до времени. Я в два раза хуже могу ответить, если не пугать. Я умею. Не то, что за себя постоять, но на место присадить я очень сильно могу. Почему очень сильно могу? И, ну, для меня важно, когда человек обладает чувством такта. Ну, для меня это очень важно. Он такой, он своеобразный немного, но он крутой чудак. У него есть цель. У него есть цель, у него есть. Он может стать и работать постоянно на кухне, когда есть вокруг повара ребят. Это очень. Ну, он целеустремленный, и он вот этим он крутой. Шефа Димарик по-своему крутой. Он такой... У меня не получилось у Маслова взять интервью. Почему? У меня не получилось. Я вам сейчас скажу. Это я делаю эту работу в свое удовольствие. Возможно. Если это он, то нужно учиться форму менять. Это в жизни пригодится. Многие подлые, нехорошие, даже так сказать, бельгийские люди, они так красиво к тебе ходят. Да. У них это же Алик. Это Алик. Это 100% Алик. Вот честно. Вот, и мы подошли к тому, с кем я такая же. Она очень крутой кондитер, и если мне что надо было не спросить, вот она прям могла часами мне рассказывать, это очень крутые ребята. Вот я с ними по сей день общаюсь, и вот с Катей мы недавно ездили в Киев, и ну она очень крутая. Она простая. Да, я с ней когда пообщалась. Свое время, ну вот... За свои годы, что она там прожила, у нее двое детей, у нее тубитку, слава богу, я только рад за нее, что у нее там неплохая машина, хороший бизнес. И она общается со мной, человека, у которого плохая машина, нет бизнеса, она общается с ней на равных. У нее лучшая кондитерская, понимаете, в Киеве. Ну, в общем, не, оставим этот вот, потому что, просто непонятно. А Абрамов, он же как шеф все-таки, а я объясню, есть шеф.